общайтесь. Вот это мой брат, он тоже в органах. Не видишь, я работаю. Я по телефону не общаюсь. Ага, возьмите трубку. Как я тебя возьму? У меня руки заняты. А? Алло. О, Бека, голосен. Как дела? Нормально? А, твой братишка, что ли? Ага. Да все без проблем, мы же своих не оформляем. Бек, что, давай оформляй, что? Да это Бека. Что за Бека? Ну, Бека с Коктюбинского района здесь. А, это гнида, который тебе беспонтовым разводом научил? Дай сюда. Дай я сам. Алло. Да. Да, Бека, узнал. Ну и что, что твой братишка? И что, какая разница? Он нарушил закон эти. В смысле у меня, братишка? У меня братишка, родственники, мне без разницы. На то пошло, я своего родного отца оформлял, понял? Вот именно. В смысле мои проблемы? Ну вот именно, это мои проблемы. Все, давай. Все, не базарь, давай. На. Оформляй, бей. Передай Беке, что это он оформил, ладно? Я бы тебя отпустил. Берег, не сюсюкайся, оформляй, запарил. Просто у меня напарник такой.